Теперь я знаю, что Глеб мой сын. И я сделаю все возможное, чтобы мы с ним были вместе. Привет. Здрасте. Ого. Это как вы тут у нас очутились, босс? Неожиданно. Пришла по делу. По важному? По важному. А? Глеб, сними верхнюю одежду. Сейчас, окей. Если ты хочешь ему все рассказать, подумай, кто от этого будет счастливее. Глеб, присядь, нам надо поговорить. Мам? Мам, что случилось? Мамуль? Случилось. Что случилось? Почему такие руки холодные? Дай сюда. Ты чего? Что случилось? Сынок. Чего молчишь? Глеб, это я виновата. Я пришла по делу, а твоя мама подумала, что из-за тебя. Я не хотела появляться в клинике, привлекать внимание. Поэтому пришла сюда. А Нелла Дмитриевна подумала, что с тобой что-то случилось. Я уже ухожу. Да, Глеб, приди завтра пораньше. Я хочу тебя Денисову показать. Зачем? Хочу ему предложить попробовать тебя в музыкальном шоу. Ведущим. Хорошо. До завтра. Ты как? Уже лучше. Ну скажи, она классная. Очень классная. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Держись. Плюс я найду жду вниз. Да, хорошо, идем. Сейчас, не задерживайся. Такая утрата. Ты держись. Спасибо. Да. Жалко, что познакомились на таком грустном мероприятии. Так бы как жахнули по стопочке. Конечно. Она так хорошо пела. Угу. Помню, у нас концерты были, так они завтра с нашим начальником заставы Калинин созвонимся. Так хорошо, да, дуэтом пели. Пойдем. Да, с Ильей Ильичем. Ну, до свидания. До встречи. Я тоже пойду, у меня дежурство. Георгий, спасибо тебе большое, что помог все организовать, я бы сам не успел, не справился. Не обсуждается. Боря мой друг, а Ирина Сергеевна, она как ангел была. Спасибо. Держитесь. Давай. Никита Сергеевич. Я Боре пока не говорил. Это только мои предположения, но мне кажется, в смерти Ирины Сергеевны виноват один мужчина. Огнев? А вы что, его знаете? У Ирины Сергеевны был острый приступ астмы. Вскрытие показало. А лекарство, к сожалению, закончилось. Но ведь его, этот приступ, возможно же было спровоцировать. Гуша, давай мы с тобой на этом закончим. Пинкертон. Можем и закончить, но вот вам еще несколько странных совпадений. Боря привез из Барселоны подарок в виде переломов. А ехал туда Боря за тем, чтобы сказать Маше, что ее муж очень давно убил ее родителей. Вернее, не убил, а спровоцировал их смерть.
Борька говорил, что Ирина Сергеевна ему перед поездкой это рассказала, а после этого она неожиданно скончалась. Вам не кажется это странным? Я повторяю. У Ирины Сергеевны был острый приступ астмы. Но ведь самолет Огнева приземлился в Батуми именно в этот вечер. Я наводил справки. Огнев улетел под утро. Где ты был? Неважно, где я был. Важно, где я сейчас. Спасибо тебе. Спасибо. Надо было больше хинкали приготовить. Я бы Гине на работу дала, там бы тоже помянули. Горе-то горе. Я на секунду. Ну что разорался? Я просто фотографии. Тише, пожалуйста. Никита Сергеевич только заснул. Фотографии просто забыл оставить. Разбирался в гараже, да и вот нашел. Думал Ирине Сергеевне отдать, так вот же оно, как случилось. Там, кстати, и твои родители есть. Вот, сейчас, это
Это вот с концерта. А это вот с посиделок. Кстати, твое рождение отмечали. Так весело праздновали. Наня, налей чуть. Это отец твой веселый был. Мы с ним сразу задружились. А это твоя мама. Красавица. Ты на нее очень похожа. А это фотография, когда твои родители только на заставу приехали. Счастливые, молодые. У меня тогда как раз фотоаппарат был под рукой. Ну, я их и щелкнул. Светлая память дорогим товарищам. Земля пухами. Царствие небесное. Вот прям... прям всем. Закуси. Да что ты. Наня, у моего мужа Ирины Сергеевны был роман. Ты точно хочешь об этом говорить? Да. Девочка моя, я товарища Угнева очень уважаю. Он мне сына спас. Хотя кто я для него? Простая кухарка. Он обливал на все звания и чины. Он жизнью рискнул. Знаю. Он Ирина Сергеевна. Ну, ее можно понять. Он молодой был, красивый, офицер, не женатый. Правда, что он ее оставил? Болтали. Она даже уволиться хотела, уехать. Скажите, Ирина Сергеевна могла мстить Вадиму? Обиженная женщина способна на все, что угодно. Значит, могла. Тем более, он ведь оставил ее ради другой. Он говорил мне. А Катя, он рассказал тебе? А Катя? О маме моей. Я пойду. Нет, уж говорите, раз начали. Тебе это не понравится. Я видела их. Твою маму и Огнева. Сплетни не мою. Я не знаю, как все это объяснить. Но ты и Катя одно лицо. Да. Одно лицо. Таможенник гад. Целый час мурыжил. Заставил всю ручную кладь выложить. Прикинь? Я не знаю, там
Там целых 3 несчастных шмотки, а он чуть ли не на зуб пробовал. Урод. Не, ну это, конечно, жесть какая-то. Welcome to Italy называется. Все спрашивал, цель визита и кто-нибудь дома ждет меня или нет. Боятся, что останешься? Ну так правильно боятся. Но ты же здесь еще не была, ничего не видела. Ни с кем не общалась. Вдруг не понравится. Это в Италии не понравится? Да это же, блин, столица моды. Это мека моды. Здесь и деревья зеленее, и улицы шире. Ты мажистка. Кстати, спасибо тебе, что забрал меня. Мой инглиш оставляет желать лучшего, а язык макаронников я вообще не знаю. Слушай, а где ты так научился по-нашему чесать? Мои родители уехали из Союза, когда еще маленьким был. Кстати, английский у них тоже so-so. Мать до сих пор говорит только good morning, crazy и fuck. Ой, слушай, а что это там справа? Library, библиотека. Ничего себе, а у нас все библиотеки позакрывали. Слушай, Алекс, а когда съемка? Завтра. А контракт сразу? Завтра пробная съемка, но решающая. Так что сейчас в отель спать, чтобы завтра никаких синяков и усталости. Это порт яхты мировых знаменитостей. Миллионеры. И миллиардеров. Настоящие? Яхта самого богатого саудовского шейха. Знаешь такую страну? Ума не приложу. А вон слева Моники Беллуччи, а рядом с ней Хавьера Бардема. Да, Хавьер Бардем, конечно, мой любимчик. А Пенелопа выдра. Ну, по сравнению с тобой, все выдры. Когда-нибудь здесь будет стоять самая шикарная яхта. Самая большая. Да, моя. Тогда жду приглашения в гости. Издевайся, издевайся. Ты меня еще не знаешь. Вот твой номер. Прекрасная кровать. А завтра подъем в 5 утра. Ладно. А, и вот твой фон. Мой? Да, твой. Я добавил себе твою геолокацию. Чао. Так что теперь я знаю, где ты каждую минуту. Я вообще сначала думал, что Аглая Ильинична меня уволить хочет. Ну правда, завтрак в дорогом ресторане, потом посадили за руль своей крутой тачки, будто пилюлю подслащивали. Андерсон, ну, мне ладно. Нравится, как ты работаешь. Он что стал? Лучше кофе носить быстрее? Нет, Денисов. Ты знаешь, у Глеба действительно очень интересные предложения. Да, так вы их едва просмотрели. В кого такой болтун? Я не знаю, точно не в маму. В отца скорее. Предвижу ваш вопрос. Отца я не помню. Точнее, я его вообще никогда не видел. Матушка как-то не распространялась, ну а я и не спрашивал. Вот, собственно, краткое жизнеописание героя. Да, действительно разговорчивый. Ладно. Вам с Аглаей Ильиничной задание сделать совместную концепцию телепередачи. И мне на стол. Окей. Все. А, все. Свободен. Спасибо. А у вас, Аглая Ильинична, я попрошу остаться. Глеб, подожди меня. Ага, да-да, бегу. Ничего себе. Спасибо тебе. Молодец, времени зря не теряешь. С возрастного Дон Жуана переключилась на Дон Жуана в пеленках. Нет слов. Глеб – лучший парень из всех, кого я знаю. Ну, конечно. Вариация фильма «Мой лучший любовник»?
Пока у Глеба глаза горят, Аглая то, Аглая сё. А потом ты возраст берёт своё. Ты ведь прекрасно понимаешь, что не будет всегда с тобой. Глеб мой сын. Да ты что? Вверх остроумия. Я сама недавно об этом узнала. И когда же? Вчера. Что за бред? Ксюша сказала, что его мать врач. Да. Это именно та врач, которая вызвала у меня искусственные роды. Тема для зашкаливающего рейтинга. Как ты? Сложно. Ты знаешь, я отдала бы ему все, что у меня есть. Не только передачу бы сделала, но я же ничего не могу. Я даже обнять его не могу. Прикоснуться к нему. Представляешь, что было бы с мальчишкой, если бы он знал, что одна мать хотела его убить, а вторая просто лгала ему всю жизнь. Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Пусть все остается как есть. Я буду просто заботиться о сыне. А главное, я буду видеть его теперь. Всегда. А ты не ревнуй меня, Денисов. Лучше запусти шоу для Глеба. Замуж за меня выйдешь? Можно мы сами погуляем? Вернусь через 20 минут. Спасибо. Все-таки прилетела. Да. Еще позавчера. Просто столько всего нужно было сделать. Перед похоронами и после. Спасибо тебе. А я не смог. Меня тупо не отпустили. Накачали какой-то фигней, чтобы я спал. Борь, мама провожала почти весь город. Столько учеников прилетело. Ее все очень любили. Любили. Какое же страшное прошедшее время. Теперь о маме можно говорить только в прошедшем времени. Жила, радовалась, смеялась, любили. Как же это тяжело, Машка. Борь, скажи, это он тебя избил? Пожалуйста, не молчи. Пожалуйста, скажи мне, это он? Я устал, иди. Ты меня слышишь?
Мы никогда друг другу не врали. Это он. Боря, мне очень нужно знать. Скажи, это он. Оставь меня в покое. Скажи, это он? Доброй ночи, доктор. Доброй. Мне нужна ваша помощь. Вам? Ну, тогда мир совсем сошел с ума. Кто? Кто нарушил ваш покой до такой степени, что решились позвонить мне? На обратной стороне написано все, что я знаю про этого человека. Господи, доктор, вы меня пугаете. Это дорогая услуга, учитывая, кто цель. Я плачу. Чего бы мне это ни стоило? Не смеши меня. Я помню, что ты сделал для меня. Я врач. Это был мой долг. А я не врач. Но долги отдавать я умею. Молоко без жира и 5 минут на сбор. Терпеть не могу молоко. Кстати, где твое здрасте? Ты слышала, что я сказал? Время пошло. А что я буду рекламировать? Трактор по сбору винограда. Трактор? Ты прикалываешься? Сельская тема — это вообще не мое. А что твое? Ну, мое — это автомобили, косметика, белье. Вот где настоящая карьера. Ты смешная. Ого, ты принес завтрак. Как видишь. Ты такой внимательный, я не ожидала. Я тебе что, корова? Нет, на 5 килограмм бросить нужно. Я хочу круассан.
много хочешь. Видишь, он один. И как ты думаешь, для кого? Ну поделись, ну не будь жлобом. Ну маленький кусочек. Что жлобом? Тебе нельзя. Смотри, ну я же с тобой делюсь. М? Приятного аппетита. Нет, салат не очень. Так что тебе придется предложить что-нибудь еще. Я пошутил. Это одежда очень известного бренда. Новая концепция. Поэтому они ищут новую модель. Ты попытка номер 8. Нужно постараться. Очень хочу на твоей яхте потусить. Так, хватит смеяться. Жду тебя в машине. Try yourself, my dear, in a big movie. Sorry, my English is very bad, but yes. Oh, it's okay. My friends are running casting. And I work for them as well. May I spare the address? Oh, thank you! Thank you! I love you! I'm happy! Мария Дмитриевна, может, в машину сядете? А может, я буду сама решать, что мне делать? Или мне надо разрешение получить? Почему она не поднимает трубку? Может, не слышала? И чем же таким она занята? Или ты не с ней? Почему? Как не с ней? Дай ей трубку. Мария Дмитриевна, вас к телефону. Everything all right, guys? Cool.
почти. Привет. Да. Я вижу, ты пользуешься здесь успехом. Приятное замечание, но успехом я пользуюсь везде. А ты давно работаешь в этом агентстве? Я фрилансер, работаю со многими. Здесь и в Штатах. А для каких журналов снимал? Для каких журналов снимал? Весь глянец мой. Для кого-то больше, для кого-то меньше. А ты для Vogue снимал? Это был мой первый большой заказ. Круто! Да, cool. А теперь твоя очередь. Кто ты? Алла Суперстар. Ты, конечно, распешил, Суперстар. Я Алла. Алла из Батуми. Мне было 2, когда мать меня оставила на вокзале. Записочка: девочку зовут Алла. А в качестве откупных она мне оставила вот эти вот сережки в кофточке. А потом был детдом, была нищенская еда, нищенская одежда и тошниловка, где я работаю уборщицей. А что такое тошниловка? Тошниловка? Да. Ну, это же тошниловка. Не понимаю. Ну, как тебе объяснить? Ну, это дерьмо. Понимаешь, дерьмо. Где собираются пьяные мужики, набиваются в хлам и, блин, рыгают прямо на пол. И потом тебе лезут под юбку и... Потому что знают, что защитить тебя некому. Мне это знаешь где? Мне это уже вот здесь. Я красоты хочу, которой никогда не видела. Я так боюсь, что ничего не получится. Алекс, я тебя очень прошу. Я очень хочу пробиться здесь или в Америке, там у тебя. Но я здесь никого не знаю. Вот если б мне кто-то помог. А кто ты, это кто? Ну, есть один суперский мэн, он крутой фотограф и мужчина, что надо.
Алло? Алло, Ал, привет. Как ты? Говори быстрее, у меня мало денег на счету. Похоже, нашлась твоя мать. Гия, нехорошо шантажировать меня больной темой. Я не шантажирую. Большая вероятность того, что она в Иордании. А какая Иордания? Ты вообще в своем уме? В своем. Почерк в записке, который у тебя совпадает с почерком Раисы Васильевны Кочетковой. Она родила дочку Аллу от начальника заставы майора Калинина, Ильи Ильича. А после его смерти она вышла замуж повторно и уехала с мужем в Иорданию. Они живут сейчас у его отца. Я могу выслать тебе их адрес. Гия, это все еще вилами по воде писано. И даже если это и так, то я не хочу ничего ни знать, ни слышать. У меня сейчас вообще другая жизнь. Все, пока. Я вышлю тебе ее адрес. Да не нужен мне ее адрес, Гия. Ну, Алла, это же мать. Все, пока, не кашляй. Хай, Джоб. Эй, чао. Джоб for me. I am model. Алла и актриса, actress. Understand? 500 евро съемка. Почему ты не берешь трубки? Значит, сейчас ты собираешь вещи, и мы едем домой. Я знаю, что ты был здесь, когда умерла Ирина Сергеевна. Это ты спровоцировал ее сердечный приступ. Да что ты. С каких-то пор ты начала разбираться в медицине? Будет еще что-то интересное, или это все? Будет. Я знаю вас с мамой. Вы были любовниками. Значит, правда. Ты хоть понимаешь, как это отвратительно, Вадим? Я любил ее. Не смей это больше обсуждать. Не сметь. Ты выбрал меня как долбанную копию, и я должна молчать. Что здесь написано? Что здесь написано? Ты моя жизнь! Кто именно? Маша? Или Катя? Ты ни разу не назвал меня по имени. Твоя вечная Микюрида, так кто твоя жизнь? Да, поначалу я видел только ее. Ее глаза, ее губы, ее улыбка. Но сейчас-то это только ты. Мне больше никто не нужен. А мне? Что тебе? Как мне жить? С убийцей моей матери. Я никого не убивал. Мне больно. Ты моя. Ты моя. Моя.
слышишь? Моя. Джон, він і вийдай, дай палюм буде компанія, але на крапінці песта. Очень все забавно. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Что происходит? Убери руку! Что ты делаешь? Я не понимаю, что здесь происходит? Что происходит? Убери руки! Пошел вон! Давай, дайте тичу! Кажется, меня!